Порывы ветра до 21 метра в секунду фиксировали сегодня в республике. Из последствий перевернутые остановки и поваленные деревья. Сильный ветер в Чебоксарах. Подписчики портала «За рулем» сделали вот такие фотографии. Это остановочный павильон в северо-западном районе Чебоксар. Также портал «На связи» разместил фотографии с Ядринского шоссе и улицы Хузангая. Там повалило деревья. Завтра такого сильного ветра не ожидается. Однако уже в ночь на вторник, 29 октября, столбик термометра опустится ниже нулевой отметки. А в среду ожидается снегопад, сообщает сайт погода21.ру.